Всем привет! Сегодня у нас на обзоре три глинки. Загадка, танго и восточная. Восточная загадочная танго. Я бы так сказала. Так, давайте начнем с загадки. Глинка молочного цвета. Плотная. Прям чувствуется, что она такая прям очень плотненькая. И сразу чувствуется, что она жирненькая. Ага. Откусывается с усилием. Глинка залипашка. Такая хорошая залипашка. Липнет посильнее страны. Вкус очень схож с глиной курай. Вкус влажной земли, побелки и такой нотки такие пыльные. При откусывании она рассыпается, и вот первая нота такая пыльная, а потом уже влажная побелочка вылазит и вкус земли. Глинка чистая. Не скрипит, и это хорошо. Так, глина танго. Цвет кофе с молоком. Вот такие вот разводы у нее встречаются. Вкрапления черные. Глинка плотная. Откусывается несложно. Знаете, на что она похожа? На лесную розовую. И по цвету, и по структуре. И по вкусу. Прям сестра-близняшка лесной розовой. Итак, откусывается с глухим хрустом, при намокании в густую залипающую массу. Яркие земельные нотки, присутствует молочная нотка. Вот она прям очень сильно похожа на лесную розовую. Прям очень-очень. Глинка чистая, не скрипит. А вот если их вместе положить, лесную розовую и танго, мне кажется, отличия не будет.
Интересно. Ну, она вот, вот она прям вообще близнец. Сейчас мы даже проверим, у меня есть лесная розовая. Сейчас я вам покажу. Меня прям смутило. Такое ощущение, что одна глина с двумя названиями. Так. Сейчас, секундочку, я достану. Вот у меня. У меня просто рядом контейнер стоит, который я постоянно грызу. Мне прям хочется сейчас сравнить. Ну, лесная розовая, она чуть посветлее. Вот они отличаются. Да, в принципе. Ну да, чуть посветлее. А танго чуть порозовее. Вот я сейчас прям лесную розовую откушу. И вот, хотя вот здесь у меня вот такой кусочек еще лесно-розовый, он потемнее, вот. Она тоже вся разными цветами. Угу. Вкус он одинаковый. Прям очень-очень-очень. Идентичная глина. Прям такое ощущение, что одна и та же глина под разными названиями. Интересно. Ну, глинка вкусная, чистая, без скрипа. Глина восточная. С такими она прожилочками темно-серого оттенка. Даже не темно-серого, но камера передает темно-серого, она серого оттенка с рыжими прожилками. Глинка плотная. Что-то у меня такое ощущение, что она скрипеть будет. Она восковая. И она скрипит. Я для себя заметила, что те глины, у которых встречаются вот такие прожилочки, они все поскрипывают. У глины восковая структура, залипает. Яркие ноты бетона. Она мне напоминает глинные серии гранит, топленое молоко, скрипит ощутимо. Скрипит, я бы сказала, очень ощутимо. Прям как песок на зубах. Вкус земельно-бетонный. Угу. Не мое. Ее хочется закусить. Вкусненько. А что из этих трех глинок? Восточная точно нет. Загадка может быть.
Ну, а танго — это копия лесной розовой. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.